Спасибо, мужик. Сейчас проверим одно место, и я готов буду ответить на любые твои вопросы. Так, ну сейчас глянем, что у нас тут. Мужик, ты видишь это? Ну и находка. Thank you.
Прием! Я только что перехватил обрывки переговоров с того сигнала у вертолета. Весь разговор, к сожалению, я не услышал, но если вкратце, они в курсе, что мы уже рядом и спешно сматывают удочки. У нас очень мало времени, если мы хотим их перехватить. Жутковато становится, правда?
Склад находится где-то там. Твою мать, приехали. А дальше-то что делать? Так, чего приперся? Припасы? А приказ от полковника где? Ничего ты не получишь. А если не получишь, можем договориться. Все же мы люди, верно? Как же башка-то болит. Сейчас бы похмелиться. Слушай, а попробуй-ка ему бутылку кинуть. Наконец-то! Ты гляди-ка, а дверь-то открылась. А ну залетай! Вроде все. Не густо, конечно, но несколько ценностей нашел.
Валить надо нахрен. Yeah.
Ну, не пуха тебе, братишка. И еще раз спасибо, выручил ты меня. Ну давай, заглядывай, если что. Отряд, двигайте к источнику. Принял, выдвигаемся. Удачи, командир. Не пуха. К черту! Так, давайте займем удобные позиции и будем контролировать вход. Черт, а вот это совсем не вовремя. Наше перехватывающее оборудование вышло из строя. Черт его знает, что с ним. Ребята, оставайтесь здесь и контролируйте вход, я проверю. Без такого козыря в рукаве нам сейчас оставаться нельзя. Дружище, будь осторожнее. Меня от этой базы до сих пор дрожь бросает.
Скай, у тебя все в порядке? Скай, прием! Что случилось? Прием! Ответь, Скай! Не утруждайся. Не надо ничего говорить. Я знаю, что больно. Не волнуйся. Для твоего героя-дружка мы устроим не менее теплый прием. Профессор! До встречи на испытаниях, профессор.
Приветствую, док. Какими судьбами в нашем отделе? Коллеги, сегодня мы приступаем к первым испытаниям по нашему новому направлению разработок. Наша цель – изучить возможность обратимости мутаций в зоне. Мы шли к этому несколько недель, и сегодня сможем получить первые результаты. Да, возможно, не сразу, но со временем у нас все может получиться. Начинаем. Испытания проводим согласно утвержденным инструкциям. Подопыт 003 скончался. Бомба 1 вышла из строя. Подопытный 2 скончался. Состояние 4-го объекта нормализовалось. Подопытный 4 мертв. Отмучились.
Здравствуйте, профессор. Ну что, порадуете меня сегодня? Добрый день. Неделю назад мы отправили артефакт. К этому моменту заказчики уже должны были его получить. Да, они его получили. Действия артефакта вызвали у них шок. В хорошем смысле слова, конечно. Поэтому уверен, что они не в последний раз пользуются нашими услугами. Но я звоню не за этим. У вас сегодня были испытания? Да, закончились несколько минут назад. Ну так порадуйте меня сегодня, профессор. Пока результатов нет, но это только начало. Впереди еще достаточно работы. Вам чего-то не хватает? В плане? В плане оборудования, финансирования, комфорта во время работы. Нет, все замечательно. Дело не в этом. Просто на это нужно время. Попытки обратить мутации гораздо более серьезная задача, чем скрещивание артефактов. Но мы приложим все усилия. Хорошо. Но я надеюсь, что в ближайшее время у вас будут результаты, которые меня действительно порадуют. Разрешите поинтересоваться? Не спрашивайте разрешения, профессор. Мы же договаривались, что если будете работать с нами, у вас будет полная свобода действий, в том числе в информационном плане. Так что не стесняйтесь. Почему эти исследования так важны для руководства? Я прекрасно понимаю насчет селекции артефактов. В мире очень много людей, кому они могут помочь и спасти жизнь. Но мутации? У вас есть какой-то план, о котором я не в курсе? Поскольку я обещал быть с вами честным, я скажу как есть. Артефакты, которые мы отправляем на Большую Землю, действительно помогают людям. Но одновременно с этим они меняются. Мы заметили раннюю стадию мутации у большинства наших клиентов. Если мы не сможем это контролировать, вся та гадость, которую мы видим в Чернобыльской зоне, выйдет за ее пределы в остальной мир. Я этого не хочу. Я ценю это место. Но оно не должно, как зараза, распространяться по всему миру. Данные про мутацию верны? Абсолютно. Поэтому ваше исследование крайне важно для нас. Приложите для этого все усилия, профессор. Я вас услышал. У меня есть еще один вопрос. Задавайте. Термит, вы уверены в этом человеке? Больше, чем в ком-либо. Без него нам бы не удалось создать проект и организовать всю работу. Он многое сделал. А что вас тревожит? Его методы. Да, его методы могут быть жестоки. Прекрасно про это осведомлен. Как раз по этой причине я и пригласил его в проект. Он знает, что делает. В любом случае, вам точно не стоит беспокоиться. По крайней мере, до тех пор, пока вы не являетесь угрозой. Что-то еще, профессор? Нет, это все. Профессор, на минуту! Срочно! Проникновение в лабораторию. Несанкционированный вход. Внимание! Всему персоналу немедленно покинуть лабораторию. Тревога!
Проникновение в лабораторию. Несанкционированный доступ. Внимание! Всему персоналу немедленно покинуть лабораторию. Тревога! Проникновение в лабораторию. Несанкционированный доступ. Внимание! Всему персоналу немедленно покинуть лабораторию. Тревога. Проникновение в лабораторию. Несанкционированный доступ. Внимание! Всему персоналу немедленно покинуть лабораторию. Тревога. Проникновение в лабораторию. Несанкционированный доступ. Внимание! Всему персоналу немедленно покинуть лабораторию. Тревога. Проникновение в лабораторию. Несанкционированный доступ. Несанкционированный доступ. Внимание! Всему персоналу немедленно покинуть лабораторию. Тревога! Проникновение в лабораторию. Несанкционированный доступ. Внимание! Всему персоналу немедленно покинуть лабораторию. Тревога! Проникновение в лабораторию. Несанкционированный доступ. Внимание! Всему персоналу немедленно покинуть лабораторию. Тревога! Проникновение в лабораторию. Несанкционированный доступ. Внимание! Всему персоналу немедленно покинуть лабораторию. Тревога! Проникновение в лабораторию. Несанкционированный доступ. Внимание! Всему персоналу немедленно покинуть лабораторию.
Тревога. Проникновение в лабораторию. Несанкционированный доступ. Внимание! Всему персоналу немедленно покинуть лабораторию. Тревога. Проникновение в лабораторию. Несанкционированный доступ. Внимание! Всему персоналу немедленно покинуть лабораторию. Тревога. Проникновение в лабораторию. Несанкционированный доступ. Внимание! Всему персоналу немедленно покинуть лабораторию. Тревога. Проникновение в лабораторию. Несанкционированный доступ. Внимание! Всему персоналу немедленно покинуть лабораторию. Тревога. Проникновение в лабораторию. Несанкционированный доступ. Внимание! Всему персоналу немедленно покинуть лабораторию. Тревога. Проникновение в лабораторию. Несанкционированный доступ. Внимание! Всему персоналу немедленно покинуть лабораторию. Тревога. Проникновение в лабораторию. Несанкционированный доступ. Спасибо за понимание, Журавлев. Внимание! Вступайте. И никогда больше про это не вспоминайте. Тревога. Проникновение в лабораторию. Коллеги, быстрее, быстрее! Несанкционированный доступ. Несанкционированный доступ. Внимание! Всему персоналу немедленно покинуть лабораторию. Тревога. Проникновение в лабораторию. Командир! Ты вернулся. К сожалению, ты сам себе.
получилось. Они убили его. Кажется, я совершил большую ошибку. Если бы можно было вернуть время вспять, я бы ни за что не отпустил профессора. Я бы заставил их ответить за все, что они сделали с моим другом и невинными сталкерами. Какие бы цели ни преследовала их организация, они должны были предстать перед законом. А термит... его бы я, не задумываясь, скормил чернобыльским псам. С тех событий прошло уже несколько лет. Мои попытки снова отыскать профессора, к сожалению, не увенчались успехом. Мое бывшее руководство объявило меня в розыск, а группа окончательно распалась. Они так и не смогли понять мое решение. С тех пор я вынужден скрываться в зоне и зарабатывать на жизнь сталкерством. Внимание! Всему персоналу немедленно покинуть лабораторию. Зря вы так, Журавлев. Тревога. Проникновение в лабораторию. Зачем? Зачем я на это подписался? Несанкционированный доступ. Что же делать? Что же делать? Только бы принесло. Внимание! Тревога! Проникновение в лабораторию! Несанкционированный доступ! Только бы принесло. Натворил я делов. Внимание! Всему персоналу немедленно покинуть лабораторию. Тревога. Проникновение в лабораторию. Зачем я на это подписался? Несанкционированный доступ. Что же делать? Только бы принесло. Внимание! Всему персоналу немедленно покинуть лабораторию. Тревога! Проникновение в лабораторию. Несанкционированный доступ. Всему персоналу немедленно покинуть лабораторию. Тревога. Проникновение в лабораторию.
Несанкционированный доступ. Внимание! Всему персоналу немедленно покинуть лабораторию. Тревога! Проникновение в лабораторию. Несанкционированный доступ. Внимание! Всему персоналу немедленно покинуть лабораторию. Тревога! Проникновение в лабораторию. Несанкционированный доступ. Внимание! Всему персоналу нужно покинуть лабораторию. Тревога! Проникновение в лабораторию. Несанкционированный доступ. Внимание! Всему персоналу немедленно покинуть лабораторию. Тревога! Проникновение в лабораторию. Несанкционированный доступ. Внимание! Всему персоналу немедленно покинуть лабораторию. Тревога! Проникновение в лабораторию. Несанкционированный доступ. Внимание! Всему персоналу немедленно покинуть лабораторию. Тревога! Проникновение в лабораторию. Несанкционированный доступ. Внимание! Всему персоналу немедленно покинуть лабораторию. Проникновение в лабораторию. Зачем? Я это подписался. Ниже крышки. Несанкционированный доступ. Только бы принесло все. Только бы принесло. Натворил я делов. Внимание! Всему персоналу немедленно покинуть лабораторию. Тревога! Проникновение в лабораторию. Несанкционированный доступ. Внимание! Всему персоналу немедленно покинуть лабораторию. Тревога! Проникновение в лабораторию. Несанкционированный доступ. Тревога! Проникновение в лабораторию. Несанкционированный доступ. Внимание! Всему персоналу немедленно покинуть лабораторию. Тревога! Проникновение в лабораторию. Несанкционированный доступ.
Внимание! Всему персоналу немедленно покинуть лабораторию. Тревога. Проникновение в лабораторию. Несанкционированный доступ. Внимание! Всему персоналу немедленно покинуть лабораторию. Тревога. Проникновение в лабораторию. Несанкционированный доступ. Несанкционированный доступ. Внимание! Всему персоналу немедленно покинуть лабораторию. Тревога. Проникновение в лабораторию. Несанкционированный доступ. Несанкционированный доступ. Внимание! Всему персоналу немедленно покинуть лабораторию. Тревога! Проникновение в лабораторию. Несанкционированный доступ. Немедленно покинуть лабораторию. Тревога. Проникновение в лабораторию. Несанкционированный доступ. Внимание! Всему персоналу немедленно покинуть лабораторию. Проникновение в лабораторию. Несанкционированный доступ. Внимание! Всему персоналу немедленно покинуть лабораторию. Тревога. Проникновение в лабораторию. Несанкционированный доступ. Внимание! Всему персоналу немедленно покинуть лабораторию. Тревога! Проникновение в лабораторию. Несанкционированный доступ. Внимание! Всему персоналу немедленно покинуть лабораторию. Тревога! Проникновение в лабораторию. Несанкционированный доступ. Внимание! Всему персоналу немедленно покинуть лабораторию.
немедленно покинуть лабораторию. Тревога. Проникновение в лабораторию. Несанкционированный доступ. Внимание! Всему персоналу немедленно покинуть лабораторию. Несанкционированный доступ. Внимание! Всему персоналу немедленно покинуть лабораторию. Тревога. Проникновение в лабораторию. Несанкционированный доступ. Внимание! Всему персоналу немедленно покинуть лабораторию. Тревога! Проникновение в лабораторию. Несанкционированный доступ. Внимание! Всему персоналу немедленно покинуть лабораторию. Тревога. Проникновение в лабораторию. Несанкционированный доступ. Внимание! Всему персоналу немедленно покинуть лабораторию. Тревога. Проникновение в лабораторию. Несанкционированный доступ. Внимание! Всему персоналу немедленно покинуть лабораторию. Тревога. Проникновение в лабораторию. Несанкционированный доступ. Внимание! Всему персоналу немедленно покинуть лабораторию. Тревога. Проникновение в лабораторию. Несанкционированный доступ. А вот ты наша военная шавка. Мы здесь только тебя ждем, прежде чем эффектно раствориться в пространстве. Ты знаешь, я бы мог всадить тебе пулю или придумать любую другую живописную смерть. Но мне так хочется удивить твоих дружков, когда они прибудут тебя спасать. Поэтому на тебя у меня другие планы, чем просто смерть. Коллеги, быстрее, быстрее!